На, тресните или бежать? На хосту. На. Тресните, пожалуйста. Где ты? На лестнице лежу. Никто тебе не лестница, вставай, тебя засуманю. Где тебя? На лестнице у Луланы? Нет, на лестнице на выходе. Уже резнули, спасибо. На шкаф. Там тело реснич. Я встал уже. Сумоню. Рыбу ешь сразу, скорее заходи. Отхиляйку сумоните. А, все. Бафу подпадай. Идите по бафам. Стрэндж зайдет, тогда дадите. Стрэндж, теперь ты не бежишь. Бежу я с Алисой только. Бегу. Бежу. Пока что. Потом я... бежишь и ловишь зеркало у меня. Сзади меня. Ловит мастер зеркало, соответственно. Потом заходишь перед лицо босса. Бафы раздали, рыбу поели быстрее только. Давайте время, блядь. Каску. Чек на готовность. Еда. Кушаем рыбу. Выпиваем фласки. Оперативнее. Все готовы. Отсчет на пол. Давай, давай, Алис. Это было неразумное решение. Все, забегай, Френч, перед лицо. Перед лицо забегай, быстрее. Луч передерни. О. Угу, отлично. Встали в одну точку. Лекс подмастерала. Лекс. Факт. Хаш. Ебать, как ты. Мастер, уйди как-нибудь проверь. Лекс, фокус бойца. Мастер, головочек. Отхиляйка. Ну жопа, бля. Если чё, половины могут бабам скидывать. Не, нормально. Выбежал, все вовремя. Быстро ложе развивается. Не, я просто сказал на будущее. У него можно прожать, если что, бабл на этом. Тотем и трепета. На взлетке, чтоб прохилился. Спокойно. Готовьтесь в центр. НХ. Центр побежали. Прохил рейда. Рейджу набрали. Не стоим близко. Дальше кого? Лексус. Кусаешь Пуси, магнит, хант. Далее. Мастер. Кусаешь Анкила. Турбо. Лилоучик. Кусаешь Мангиала. Турбо. Кусаешь Джованни.
Саджира. Покусали. Отлично. Потом раскусай, раскусывай. Шувай, да. Бой, так, меня укуси. Тебя говоришь? Да. Медвея кусает мастерал. Тотемы трепета обновили. Алексус кого? Шредер. Кого кусай любого ДДшника. Дамшева. Мастер, я тут стою около уже, давай. Прыгаю. А там еще 18 секунд. Ну, на всякий случай. Нижегородец, не теряйся. Мастерал. Мастер, если что, Вайда укусишь. 5 секунд, я тебя кушу. Я отошел от всех, на всякий случай. А, я тебя вижу. Факт, вот еще. Угу, раскусали, быстро раскусали. Мосса побежал. Быстрее раскусали. Шансон без курса. Геру. Минус 2 нахуй. В принципе, должны успевать. Кусаешь потом, блядь, Алису. Мастер. Сбегитесь, ну, сбегите. Бегаемся, Лилочек побежал. Жира, блядь, умер. Его убил в диване. Угу. Да, он бренджер стоит. Тайна маг. Не успеваю. Да, не успеваю. И некого было кусать, я решил проще сдохнуть. Почему они двое не укусили? Да потому что... Им надо всех назначать, что ли, блядь? Анкил, блядь. Не надо анкила кусать, он всегда, блядь, превращается, но... У меня анкил, второй блядь. Вопрос. Почему Бузер и мистер Дайбеттер с пактом убегают от рейда? Ребят, вам с вас сказали, еще раз повторяю, тактика. Вы стоите. Если ваш ник произношу я, соответственно, вы убегаете, разносите лужу по стеночке. Еще в чем проблема? Какая нахуй новая тактика? Стоять в одной точке, блядь? Это не новая тактика. Тут просто не пашет АОЕ от босса. Нет, новая тактика в плане... Отбегать от друг друга при пакте. Ири, карочка, такая же тактика, если б пахал бы ОЕ дамаг, соответственно, такая же тактика по стандарту идет. Набирают рейншер ДД, хилы и фигарят. Здесь не пашет ОЕ дамаг, что в Гере, что в обычке. Так что можно стоять в одной точке. Блин, к Назуруку. Скончанию рейда дается ИП. Плохо. Угу, я понял. Анкил Джованни, ничего вы не укусили людей никаких. Вашего ДПС 2 миллиона не хватило долить. Я вот не догоняю, например, как определить, кого кусать. Я три пати тупо прокликал и никого не смог. Смотри, открываешь вкладочку рейд, как, блядь, цитирую Void Defender, ёбаного. Открываешь вкладочку, блядь, как это, в общение заходишь, открываешь вкладочку рейд. Там есть группа 1, группа 2, группа 3, группа 4. Я их всех перетащил на панельку, чё дальше? Дальше. Над ними высвечивается дебаф такой маленький, кровавый. Это видно. Соответственно, но у кого нету этого дебафа, ты можешь его укусить.
Ладно, сейчас попробую. Он какого цвета, красного или какого, или желтого? Тыкаешь по всех. Короче, когда у тебя я три пати прокликал, я не смог укусить. Это не работает. Тебе мне надо понять, стоять какого нет... возле этого человека. У него рейндж маленький. Ну. Так это мы же сейчас в одном фрейме стояли. В одном фрейме стояли. Значит, с тех, кого ты кликал, лицом, либо... Ты должен стоять его. То есть он у тебя должен стоять перед лицом, чтобы его укусить. А не? Так, он я просто пятый раз на этом боссе вообще за всю свою жизнь, можно сказать. Так что я не шарю, как это делать. Ну, начально килла не кусаем, но... Надо шарить, потому что если... Килл 11 кдпс, 14 кдпс, при том, что он умер, блядь. Мужик, смотри, кого можно укусить, тот не фиолетовый. Просто если когда все в стадии в огромном стоят, там не видно, кто фиолетовый, кто не фиолетовый. Через вынос группы всех прокликаешь, 1-1-1 и все. Я три группы прокликал, я никого не смог укусить этими двумя. Если хуёво, конец игры уже хилов кусает, в первую очередь, потом задать. Так, ладно. Походу, блядь, всех назначать надо. Ёбаный опыт. Запоминаем с первого раза, кого я ники произношу. Вот и все. Баф раздаем быстрее. Че у нас стрейд? Саджиро вылетел. Саджиро, давай быстрее. Назрук написал, что если ему надо офф, но он был на замене, получит ли он ЕП за тех боссов, которых мы убили? Давай подумаем, получит или нет. Получит как и шейп. А сколько он получит? Ну, соответственно, за боссов, которых он сейчас офнится, сколько мы боссов убили? Мы убили... 8. 7. 8. 8 боссов. За 8 боссов он получит. Всё. Чё, это 1600? Да. Блин, хуй его знает, я не помню. 1600, блин. Чё? Да, в конце. А, ну вот или сейчас. Ну, да. Типа оф, но всем надо, чтоб не забыть как-то. Погоди, где там у нас? Нет, не 1600. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, 1200, 1500, 1900. Сейчас 300. И шейперу также начисляю. Я потом после синды его исключу. Бафы раздаем. Дали по стрэнджу бафы. Да, тяжелый рейд что-то сегодня нахуй. Очень. Чек на готовность. Кушаем еду. Рыба стоит. С рыбы, пожалуйста, слезть. Господин, ты слетаешь замену? Или чё? Ну. Соответственно, кто не слетает замены, по истечению рейда я буду начислять полное ГП. Все готовы? Отчет на пол. Это было неразумное решение. Стрэндж это где? Угу, угу. Давай, заходи бегом. Угу, все, отлично, бьем. Блять, у меня походу печать багнулась. Сука! Турбо мастера укусишь. Мастер побежал. Отойду от рейда, ребят. Прописываю релоуд. Давай. Зря ты отошел. Если что, с пакта сбегаетесь к медвее, если на нем пакт. Войд по команду, кто там этот с тенями будет. Если я в тенях сдохну, значит сдохну. Не смотрит.
направо у нас. Чурат. Ты чего Лексус не катался? Кусай, мастер. Загружаюсь. Турбо из пуси, мастер МНГР. Среддер. Лексус, ты вылетел? Так ты бей, что у тебя с ДПС? Все, заебись, я здесь. У него 7к ДПС. И что? Джованни. Я войд передам. Давай, балду, не гони, бей, босс. Молодцы, Джованни, блядь. Молодец, нахуй. Просто, нахуй. Да. Начисляй. Вы, блядь, тут первый раз, нахуй, или чё? Дальше за слаки начисляй. Заебал. На последующий любой слак начисление ГП. Заебало быть добрым. Что ты Лексус такие? То, что босса. А мне за что? Босса не бьет. Я бил босса. Я видел, как у тебя прокнула корова, когда тебе сказали бить. В смысле, я бил босса? Давай не будем на эту тему больше. Укус ловишь 30к, не ловишь 7к. Что это такое? Я тоже не могу это объяснить. Крикс, я не знаю, но я типа бил. Ну, значит, делай... это забагалось. У вара автоатака бывает багает. Да. У него автоатаки нет, да, снимай. Да, я сниму сейчас. Да, автоатаки нет, я посмотрел. Релоу также прописывает. А что так часто багается все нахуй в этом рейде? Пизда, блять. Я не знаю, я вот тебе реально говорю. Начал бить, блядь, 2к ДПС, нахуй. Они там, походу, эти проки от автоатак фиксят и при этом тронули автоатаку. Наверное, бах. Ну, у меня ни разу автоатака не багалась, например. Может быть, вы что-то багаете? Какое-то говно там. Чтоб ДПС дать. Да блин, когда аренишь-то, ну. Ну тут у хантов бывает эта хрень. Это атака. Это вот атака всегда бывает, да. Ну блять, у тебя Мидвей, по-моему, то же самое было, да? У него печать багает. У паладинов багается печать. Я вам от автоатаки, тоже... блядь. Ты ж помнишь? А если... А, не, Медвей, у тебя багнулась не печать, у тебя багнулась автоатака, а печать идет только от автоатаки, блядь. Ну, соответственно, у меня багается, помнишь, на Зулджине постоянно, нахуй. А мне только же был на этом, блядь. На магике, нахуй. НХ, вставай. Двух паладинов Оф. Одновременно, нахуй. Уже. Мне даже кажется, тут багается не сам персонаж, тут багается босс, нахуй, по автоатакам. Ага, резко додж растет. А мне кажется, что если у вас есть на персонаже те сеты, которые не фиксят, поэтому у вас что-то и багается. Потому что все-таки Т4 это не личевский сет. Если он появился, если его фиксят, то может быть оно как-то и влияет на саму механику. Бафаемся. Я просто думал, он не бьет, а потом посмотрел, автоатаки нет. Так что бывает. С
рыбы садите, кушайте рыбу. Алиса пропивает. Там чья-то коровья пятая точка на ней сидела. Меня написала ваша версия клиента устарела, Алекс. Что, какая-то обнова вышла, что ли? Ну, походу. Вот прям я поел рыбу, и у меня вылезло посередине экрана. И ты через 3 минуты офнет, да? Да. Да, релогай, ну. Релогай. Алис, фласку пропивай. Корова сейчас раздавит андеда, нахуй. Сразу дырка в поле, нахуй. Нету сегодня твисиной команды. Хотя мультик где-то в начале РТ я видел онлайн. Он что-то не играет. Причина НХ. Ну, я писал, мне элементарно завтра в 6 часов на работу вставать. Я понял. Спасибо за рейд. Не-не-не. Он последний трай. А. Да. Ну там так же и туда. Чё там, кто там? Чё там кому-то на... А, Лекс, всё, ты сделался? Чек на готовность. Лев, счёт на пол. Это было неразумное решение. Давай, Стрэндж, забирай. Рекс мы спирала. Джованни. Хоть на это раз. Вот зря ты включил бота, когда не надо, но... Саджира. Угу. Мастер, выйди правее. Лекс, турбой, мастер, лиловчик. Масло, у тебя все норм? Нет, у меня так забедит. Угу, все понял. Джованни. Ну, я решил с Джованни попрыкалываться, что ли, после прошлого вайпа, на? Не знаю. Она тренирует его. В другую сторону, я сетил уже следующую. Готовим трепета. Центр, готовимся. Мистер Дэй Беттер. Антифир на себя прожми. Покусали. Начинаем представление. Ой, блядь, Саджира, я сбил твой крик. Турбо. Кусаешь Пуси. Лексус. Кусаешь Шинцунга. Пакт. Сейчас, секунду. Мост. Далее, мастер, кусаешь. О, блядь. Мангиала. У кого там лиловчик, да, остался?
кусает Джованни. Приста, иди правее, пожалуйста. Который шансон. Знаешь. Мосс. Покусали. Теперь мосс оттренирует. Давай, Лексу Джира, Мастер Шреддера, Шансун Канкила, Турбойс, Тайномаг, Мангал Мрбеттер, Лилочек Нижегородский. Ой, побежал. Так, Джованни. Это мы трепет обновили. Джованни, Мосс. Укуси меня, укуси. Вроде все. Дамша. Те, кого не назначили, кусайте ДД. Кого не назвал? Кого мы всех назвал? Санжира, подойди в центр. Там 5 секунд осталось, все вижу. Пошли ближе к боссу, иди справа, чтобы я тебя видел. Факт. Геру даем. Геру. Мистер Дайбеттер, побежал. Осторожно, вышли с теней. Влево чуть-чуть. Всю землю. Устакивает. Оскол. Мастер, если что, кусай винар. Будет еще не кушать. Так мне сейчас полагаю. Мы слышим. Лиловочек. Да мы убили, если что. Все убили. Не дай бог, сейчас полк выпадет. Ого, блядь. Остальное говно упало, блядь. Это... Я релок умею. ПВПшная штука? А, нет, не работает. Это нахер. Ну, не работает. То есть это вообще говно, не надо. Вообще, да. Как ты думаешь? Как ты думаешь, Тёма, может это без ГП отдавать? Или как? Это вообще может, надо на дезинфекцию задавать. Кому-то надо. Но, соответственно, это никому не надо, потому что говнотринка можешь сразу на дис отдавать. Все, на все, дес, спасибо. Давай. Не ливай, да. Не ливай с группы, я тебе ИП дам. Ну, не ливай, я тебе ИП дам. Можешь не ливать. Аула, кстати, что ПВЕшные триньки нормально работают. Пусть пока на Транквилити, на Синдру придется зайти на этого, на Ханта. Так. Так, я в Долоранте пошел. Лексус отошел. Угу. Так. Так, а что, ребят, давайте перекур сделаем небольшой. Чё, курим 2 минуты? Да иди кури уже. 3 минуты курить. Иди кури. Так, мне нужна замена. Вот смотри, вот эти токены не нужны никому. Тут написано паладин, жрец и чернокнижник. Кидай на меня, продам нахуй. Угу. Пиздит он пиздит. Так, кидай так. Себе на. Хожу налево, давай, брейд. Блять. Так, только лед остался на. Один. Что-то за 50 будет, сейчас уберу. Дживс есть? Ну, нормально. Да, я продам их, мам. Я продам их, блядь. Пускай за ЦГБ будет, бро. Там что-то за 10. Они мне нахуй не нужны, блядь. У меня все этот нахуй. А, хулипало собирай, хулипало. Так у него есть? У меня не куплено, это 10 на хулипало. Купи, блядь. У меня нету воды, но 2, я их продаю. Башка и... Куда? Ах ты, рак. 251 шмот не можешь купить, да? ПВПшный. Так, это я на шейпера зайду. На этого, блядь. На Синдру. Чего так долго? Ну а что ты хотел? Думал, сказка попал.
квесты делаем. Да мы элементарно вайпались из-за ДПС, из-за слаков, из-за багов, блин. Где вайпались? На лане, на профи. Кристи, ты сделали? Угу. А кто делал? Шреддер мастер. Сейчас еще на шейпе заебашу. Что, сделали хоть или холостую? Сделали. Ну, все. Давай. Походу, к Новому году в гильдии будет еще пара тройка, четверка шея. Да? Да мне сейчас. Кажется, там посох еще будет. Да, пятерочка шерсть как минимум будет моим подсчетом. Надо. Сейчас турбойс психанет и задонит тебе посох. И будет тебе кайфово. Если что, я Фукан, там нужна будет замена, напиши, ладно? Я понял. Они вообще уже на сервере такой посох. Да че его донить, он особо ничего не апнет. Плюс 500 ДПС, что ли? Не, первый обладатель этой палки. Гильдии. Не, если на сервере нет, то тогда на сервере. На сервере есть? Это шейм, она не особо крутая пух. Просто она как бы топовая. По урону. Так, перерыв закончился, чокнулся. Ну-ка скажите кто-то очень долгое предложение, пожалуйста. Ну что, скажите кто-нибудь очень долгое предложение, пожалуйста. Ну давай еще раз, можно даже повторить. Так. Три хила здесь, танки здесь, пошли. Череп, крест, приоритет. Вперед. Убьет. Отойди, Тёма, лучше. Вивинар, хильте. Нижний горой, хильте одного танка сильно. Карочка, БР Стрэнджа. Стрэнджа пробав. Ой, бафы дали. Это у меня багнулось что-то или ты хожу на левый закинуть сюда? Да. Здесь пока будет. Ну, там Синдралич проще, чем был. В плане ДПС. Ну, в плане ДПС, да, соответственно. Косячить будет, будут ловить. Да, там есть фатальные такие моменты. Синдра с таймингами. Что-то мул, про му там рассказывали, что он что-то там знает. Про типа, что нужно притяжки дождаться. На как до пазы. Это надо проверять, конечно. Давай, погнали, в чем проблема? Мерки он ставит. Каску дайте по ПК. Вперед. Не так и я, конечно, стоит. А че вы их в одну точку сели, я не знаю. Я не знаю, по череп поиграть. Череп нет. Ёпта, понятно, да. Войско, давай. С синей лужи вышли. Выходите с синей лужи. Нахуй. Да забирай мобу. Заходите в Винс быстрее. Покидайте тело. Крест бейте, РДД. Алиса, да уже все мертвы. Там он же вышел, бейте нахуй.
Пиздец. Да, блядь, пиздец. Не мог дотянуться. Дарт Вейдер недоволен, ебаный рот. Очень недоволен. Встаем, заходим. Резать вас никто не будет. Последний раз хожу, блядь, в рейде, где танчит 2 БДК, нахуй, я вам базарю, нахуй. Ну, они немного не понимают. Вот, например, у Алисы 3 ЛП. У этого, у Струглин 13. Я немного объясню. Вот это скипание, там, Т4 и все это прочее говно, вы можете юзать в РБК. Вы можете юзать на дракончиках Аниксии. Но здесь это не те мобы, на которых вы наберете агро. Охуенно, как на дракончиках. Здесь юзается ЛП. ЛП в одного, ЛП в другого. Кровотвод, ЛП в третьего. Вот три моба на тебе. Алиса. Не кидается лужи и не стоится ТК, танк. Есть таунт, есть притяжка. А чё, что у меня сейчас инет вылетел, не? А, ну тогда понятно. Чё, как раз чё. Если так, всё ясно. Если вылетел инет, значит надо спикнуть третьего танка. Если чё, это можно сказать сразу. Я только что мобильный раздала. Вперед. Че, у два хули пало? Смысл? Хожу налево, я там хать. Опять. А вы в танке ли он по приколу щитотел? Что в танке? Бой. Да по приколу, конечно. Короче, надо респект делать, а там собирать. Так, поело дамажит, что? Да не, не, это нормально. Соскучился за армсом. Вар быстро надредающий класс. Что, блять, в армсе нахуй две кнопки, блять, что фурики две кнопки. Ты про товари играй. Там тоже две кнопки, если макросы сделает. Это без макросов. Потихоньку агрить. Или в кота поиграем. Он не капец добыл. Нет, хил не устали. Не вставайте, ну. Ваш ас не пустит. Что ткань нахуй что ли, блядь? Чё тебе там что? Кожаных шмоток много одет. Ты замути макрос на щит. То есть ты чё да. Щит? А, он у тебя есть же? Есть. Уже, блядь, ПВПшер, но как у него нету?
Ну как PvP-шер? Пародия на PvP-шера. Пили засал. Выпить нужно нахуй. Господи, про товаром PvP. Да блядь, погнали нахуй. Бузер, ты можешь тотем на ману поставить? МП5. Он или М. Тотем на ману восстановления только у Эршамов. Если вкачан. На МП5 вам бафает паладины, которые должны бафать их, по идее. О, корова. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Блять, когда ведут нахуй плюс спеки, ёбаный в рот. А ты уверен, что ведут? Ну, мы что-то про это говорили, нахуй, насколько я смотрел Варика, нахуй, этот. Вопросы были, блин. Они типа в плане у них, а когда ведут, хер его знает. Ну круто. Так, рыбу ставлю. Только столько лет в аддону, блядь, это не может, сука, вести, блядь, плюс эти, нахуй. Справа, Алиса, слева, соответственно, милишники, приоритет, подавители, разгром, маги, толстяки, ДДшников, разгром, маги, кособокие, толстяки, соответственно, лимарть под толстяков, под каждого толстяка каток. Толстяка убили, за уешили, слушай, выходим. На захили вали. Отхиляйка. Давай, Глеб. Лев, умеешь? Ну да, я летал, но просто. Бузера еще спекни. Хила. Бузер также в хила. Как его. Захиливаю эти рейд. С другими. Я с какой стороны? Слева. Сейчас, одну секундочку. По часовой летаем от хиляйка. Что? Ты же босса хилишь, правильно я понял? Да. По часовой летаем с тобой? Стаки в портал. Да. По какой траектории? По часовой или по против часовой? Да, по часовой полетим, ёма. Просто в звёздочки. Добро. Куда-нибудь полетим. На еще раз, тем больше девушек пройдем. Чтобы ты мелкий пацан или баба? Алиса. Мелкий пацан ты, Алиса. Типа в метках написано Ефрем. По-моему, это чутка не женская. Это прозвище, нормально. Погонял. Солидно звучит. Так, Лиловочек тут? Алиса, ну ты пиздец. Ладно. Все готовы, отчет на пол. Хиляйка, поставь Аврог на коня. Уже стоит какой-то конь, чей-то. Конь. Да у меня конь. Стоит нормально. Мой конь стал. У нее стоит она. А как тебя зовут? О, сразу вы, блядь. Давайте, потом. Ефрем. Подавителю. Да не, она сказала это. Напомни, что у тебя есть жена. Не надо напоминать. А если ты еще из Москвы, то Алиса тебя в гости пригласит. Ну, если он плюс 4, то он явно не из Москвы. Я не ему, его она не пригласит, она уже говорила. Лимарки, где этот? Разгром убить. Это кто? Скатер — это ледяная ловушка, которая замедляет массу, нахуй забыл, как она правильно называется. Скатер Тимобран. Прото простонародье это каток. Ледяная ловушка. Скатер — это шот, который дезориентирует мир. Вообще бессмертный. Ладно, скейкер, блять. Нормально, зато зеленый бабл пофармил епана. Слева мобов.
Разгром. Слева. Чё-то справа. Прокил танка, алё. Диспельте танков. Диспел танков, ретрики. Ретрики? Сам диспелью. Шабли Бладин баром. Бладин должен допетить, какой диспел вообще, о чём. Походу, Шреддер, ты, блядь, внушил себе врага на всю жизнь, блядь. А кто эту эпичную фразу выдал? Шреддер. Так чё он же антигерой, вы чё? Подавители. Оставили одного, блять, нахуй, а вторых пошли бить, да, нахуй? Разгром слева. У меня какая эта мысль появилась. Шреддер это ж этот из черепа. Да. А если он... мастер на него постоянно агрится, то значит он сплинтер. Я не крыса пошел на. Ну ты точно не черепашка. Я Леонардо, значит, блядь. Ты злейший враг Шреддера, значит ты сплинтер. Мой теперь я знаю, как Шреддер будет мастера называть. Так они сначала братьями были. Не эту линейку сюжета прошли, типа, понял? Сразу. Начинается как хороший сюжет на Порнохабе, да? Не, хороший сюжет на Порнохабе, это если туда еще 4 черепашки приедут. А, и Эйприл унил, да? Это уже, походу, не обязательно. Разгром. Там рога разлягся, блядь. Мосса Берни. Кого не вижу, кого Берни? Трампельт. Справа. Рогу пробафали, подавители. Маги дали МК по хилам? Нет. Плохой маг, плохой. Фу-фу-фу, Ефрема без этого оставил. Без я рука. Скажу потом, кто плохой. Кто плохой, меня ж... Дырка чужой залазит. Ой-ой-ой. Кто, дырка? А, все зависло. Ну так после такого, конечно, и я бы завис. Лев перехилил, поле пало, нормально. Разгром справа. По подавителям играем. А, хит, короче, все зависло. Он чтобы не выбросило. Да хит. Просто... Действительно, когда в твою дырку залазит. Ты же ничего не поделаешь. Тут не хватает Виси со своей игрушкой. Стропончик. Стропончик достал. Ну все давно бы, блядь, стропончик еще на профи достал, а я что ты. Ну всегда ночью такие разговоры вредны. Конечно. Да не только ночь. Я обычно офуюсь раньше, тут что-то остался. А тут что-то и темы интересные. Да. Разгром слева. После вайпов на лайне, блядь. По разгрому дайте антифир. Ой, блять, все... антифирните. Или убейте. Все, ваш шаг. Уже зас... У
На, пора пикапить Ефрема, блядь. Не, как это произошло? Мастер, мастер, мастер. Тебе походу давно пацана хотелось, а тут Ефрем появился. Да. Не, не понимаю. Откуда такая птичка могла взяться? Я открыла портал в изумрудный сон. Вот Войт, это понятно. Твест. О, квестик. Где? А, во. Сука. Двое перчаток нахуй. Когда я не ретриком туда, сука. Что-то оранжевое выпало. Ой, сейчас синдра будет, нахуй. Глеб, Глеб, а это ты там собирал же на Энха, да? Да, я на Энх собираю. Так эти перчатки идут нонсетовые, если в Т-10 идти. Забирай себе такие. Ну, если дадите, то... Это за ГП будет? Ну, наверное, за половину, ты ж Р-шам. Да нафиг. А если никто не ролит, то за 10%, а дайте на... Как говно. Бесплатно, нет, если не планировать. Да если никому не нужна, дайте. У меня Элим второй аспект. Так-то я на будущее, на НХ. Ну, минус Дурада, блядь. Лиморки Навара попрошу? Лейкс. Типа того. Мы никому не забыли ЕП дать. Кому? Кто-то уходил у нас. Так этот уходил. Какой-то ш... Хаша. Так, сейчас я посмотрю, вроде давал. Инхаши давал. Да кит не было, что это сейчас. Так. Кназуруку ты давал. Кназуруку давал? А Инхаши? 200 плюс 200 на кого-то двух было, но я не вижу кто, блядь. Инхаши давал вроде, да. Да. Да, да, да. Инхаши плюс 200. Да, я давал. Блин. Спускаемся. Сейчас я спрыгну. Шкаф. Ой-ой-ой, прыгай. Он уже только. Фух. Вы видели это? Без парашюта. ЕРМ. Это как, блядь, ГЮРМ Султан? О, а там квест-то, блядь, на Синдру стоит. Ёб твою мать, блядь. Тебя ошарить. Да потом, после трэша поднимется. Ай, блядь, и квест не смогу на Синдру сделать, сука. О, Лексус упал, хорош. Здорово. Привет. А где квест тут у нас? Да и никакого квеста не получу. Че, мы будем бить, не? Ну, все спустились. Сейчас. Кто спустился, кто умер? Давайте пинофильм, ребят. Поставь шкаф тогда. Может быть быстрее дело пойдет. Стоим, сейчас спустится и погнали. Как тебя зовут? Полина? Полина это карочка, блядь. Нормальное имя. А вот этот хиляш. Алиса, появились конкуренты. На что я единственный танк. Ну, и теперь не единственный. Да, тебе хилом озер. Они будут в хилах танковать. Все, все. А, я, кстати, вот забегаем. Если ты конкурент у меня тут, это только. Эй, Брыз еще не зашел. Да похуй на него зайдет. Без хилата? Да, без хилата. Сколько у нас тут танков? Сажиров танки? Нет. Тоже я могу в хила в танка сделать. Короче, стереотипы стереотипами, ну нахуй. Тут есть только определенные ловим. Классы, ловим. Которые играют делают. Ловим, блять. Танки, алло. Я поймал. Маста он дал.
Что ты, блядь, там куришь? Бабы должны играть только хилами, да? Топнули нахуй флот. Потом раскал. Бой, дай игру. Трэша не вайпнемся. Ша, подожди, сейчас будут, нахуй. Чё ты, блядь? Чё, сейчас чё сделаем. Ты плачешь, блядь? Ша, Ефрем, нахуй всех захилит. Правых сначала льём, правых. Не, ну понимаешь, вайпнуться на вонючке и не вайпнуться здесь, ну прям солидно. Не надо, мы на вонючке не вайпнем. А ты что? Ну мы-то ее убили. Лучше вспоминайте тактику на синдру, ребят. Ща посмотрим, блядь, тактику. Сейчас будет опять допронос, да, блядь? Да не, не гоните. Так, мне еще